фестивале. Хотим поблагодарить всех, в первую очередь зрителей, за то, что оказали нам такую теплую приемную поддержку. Ура! Спасибо! Грамота вручается. Клуб исторический «Златогост». Клуб исторической реконструкции «Болот». Грамота вручается клуб исторической реконструкции «Белая рысь». Клуб исторической реконструкции «Пьяная утка». Клуб исторической реконструкции «Наследие предков». Клуб исторической реконструкции «Серебряный волк». Какие силы! Грамота вручается клуб исторической реконструкции «Неля». А почему ты говоришь? Грамота вручается клуб исторической реконструкции «Руния». Виктору Кралину, клуб исторической реконструкции «Белая рысь» за содействие в организации фестиваля. Грамота вручается клубу потребления звука «Окут». Вручается музыкальному коллективу «Трибушет», который обучивает сейчас. За победу в одиночном турнире награждается Павел Одиноков, клуб исторический реконструктор. Ему вручается сертификат на клинок. Потому что мы не за победу в турнире боев на посту награждается клуб исторической реконструкции «Радогоз». На сцену для закрывающего слова приглашается председателю комитета фестиваля «Дублинский стан» Кузнецов Игорь Владимирович. Добрый вечер, уважаемые присутствующие.
хочу вот что сказать. Фестиваль действительно состоялся. Прошу вас, вам понравилось? Да! К сожалению, все заканчивается. Все самое хорошее заканчивается. Мамочка! Сейчас я вам хотел сказать. Фестиваль наш заканчивается, мы присутствуем при возвращении новой традиции нашего города, новой страницы, новой истории. История продолжается. Я надеюсь, что этот фестиваль будет ежегодным. И мы обязательно встретимся с нашими участниками, с вами, уважаемые зрители. Хочу поблагодарить руководителя. Значит, за проделанную работу, за значит, участников, за участие, за такие прекрасные бои показательные. Всем было интересно. Службы, которые незримо, но присутствовали здесь, обеспечивали. И поздравляю вас с праздником. За отличный праздник. Прошу, любите.